Всем привет, вы на канале Не ставим баллоны спать. И сегодня мы будем ходить в гости с кастрюлей на голове. Вот, мы одели кастрюлю и идем в гости. У нас задание. Ну, кто не знает, здравствуйте. Кто не знает, я учусь на курсе ютуберов. Вот. Ну, кстати, по этому поводу мы и начали раскручивать YouTube-канал. Вот. Ксюша хочет свернуть, но мы пока что не будем сворачивать, мы вот идем. Вот. Так вот, одно из заданий – выйти из зоны комфорта и сделать что-то такое, что, ну, в общем, из ряда вон выходящее. Вот. И это задание было пройтись по улице с кастрюлей на голове. На самом деле задание было намного сложнее. Надо было выйти на улицу, на автобусную остановку, сесть на автобус, но как бы беда. Я много-много лет вообще не пользуюсь автобусами, и даже около дома не знаю, какие автобусы ходят. Поэтому мы решили сделать другое. Мы пошли в гости через всю нашу улицу. И покупать товары. Не, мы покупать ничего не будем, просто погуляем. Вот, еще дело в том, что карантин, поэтому мы пройдемся по нашей улице, здороваемся с людьми. Вот, там проезжают машины, вон девочки. Я. Вот, но они тоже что-то снимают, у них тоже какая-то, наверное, зона комфорта. В общем, вот так вот у нас весело. Вот, Ксюша собиралась идти в пижаме, но она решила, что... Ой. А почему? Извините. Шапка. Это пижама. Шапка большая. Это пижама. Подождите, шапка спадает. Вот. Это пижама. Сейчас мы посмотрим. Ну вот, соседка с нами поздоровалась, мы ее повеселили. Вообще очень здорово, когда она ты идешь. Она посмеялась. И, да, она посмеялась. Тут что, Ксюша идет, улыбается. Вот, сейчас мы пойдем. Дело в том, что мы сейчас пойдем к нашим друзьям. Они не разговаривают на русском языке. Но я думаю, что... Мы снимем их реакцию. Вот, женщина тоже удивилась. Что это я как бы зонтиком без дождя? Вот. Вот Ксюша вам что-то хочет сказать. Я хочу держать. Не, мало дело в том, что я немножко выше, чем ты. Вот. Я знаю, как держать. Однозначно. Так, мы продолжаем наше шествие. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, упала шляпа. Вот на самом деле, если бы Ксюша не спросила бы нашу соседку, смешно ли ей, что я с кастрюлей на голове, наверное, соседка бы и сделала вид, что не заметила. Вот, и вообще это аттракция очень большая, идти с кастрюлей на голове и калываться. Вон там торговый центр, давайте посмотрим, я иду, да, вот. Видят ли люди, обращают ли внимание. Дело в том, что я без маски, как бы туда зайти не могу. Вот, машина остановилась, реакции ноль. Ну, человек едет на машине, да, не реагирует. Вот, женщина в маске идет. Кто в маске, а кто в кастрюле на голове. Вот. Ну, как бы, опять же, реакции ноль. Люди не смотрят, пальцами не показывают, все заняты. Ой, мы потеряли Ксюшу. Ксюша! А Ксюша дублирует, походу, на свой канал, как ее мама ходит с кастрюлей на голове по улицам. Сейчас мы ее подождем для того, чтобы перейти дорогу. Кастрюля вообще неуютная. Но... Вот так. О, Ксюша меня фотографирует. Потом мы поставим... Вот лавочка. Привет! Нам надо перейти дорогу. Ходим мы из кастрюли, но дорогу надо перейти аккуратно. Когда мы переходим дорогу, мы останавливаемся, смотрим направо-налево. Вот. Не смотрим свою селфи-палку. Ой, кастрюля падает. Извините. Вот. Вот, если вы смотрели предыдущее кино, то вы видели, что у меня была более элегантная кастрюлька такая. Вначале у меня был там такой тазик, потом, мне кажется, был дуршлаг. Вот. Но человек бежит, интересно, замедлит ли он ход, чтобы увидеть, что у меня кастрюля на голове. Нет, он даже не обратил на меня внимания. Это вообще какой-то ужас. Я иду, выбрала красную кастрюлю, на меня никто не смотрит, на меня никто не обращает внимания.
не обращаюсь, даже очень... Вот, это, кстати, очень, очень для меня, очень выйти из зоны комфорта, потому что обычно на меня обращают внимание. Вот, женщина за рулем улыбнулась. Как здорово! Так вот, ой. Так вот, у меня там был такой тазик, ну, тоже такая а-ля кастрюлька для, ну, более удобная. Вот человек опустил глаза, ну, чтобы, типа, человек болен, что у него смотреть. Вот, над больными людьми не смеются, поэтому он просто опустил глаза. Ой, извините, кастрюля падает. Здравствуйте, мы переходим дорогу. Надо остановиться. Вот, тетя на нас, дочь, а мы переходим дорогу. Вот. Вы знаете, если идет человек с селфи-палкой, и... а вы за рулем, то остановитесь, он точно ничего не видит. Извините, кастрюля падает, это мы дорогу переходим. Вот. Фу, господи. Надо кастрюлю выбирать, вот, я вам скажу, по размеру. А то очень падает кастрюля. Вот. Мы продолжаем веселить народ. Ну, народ на самом деле сильно веселится. Нет, так вот, кто там... Потом, ну, когда проходишь, да, они там и такие, хи-хи. Вот, а вообще, на самом деле, никому не интересно. Нам очень весело. Давай вот, мы сейчас посмотрим, что скажут дети. Дети тоже смотрят на меня, как бы. Дети смотрят на меня, ну, типа, тетя попутала. Может быть, за этим там дети плачут, смотрели на мою маму. Да, улыбнулись дети, да, вот. А вот наши знакомые идут. Всем привет. Ничего, просто хожу в кастрюле на голове. Вот, дети спрашивают, что случилось с головой. Я сказала, что просто хожу с кастрюлей на голове. Нет, мы переходим дорогу. Аккуратненько. Вот. Ну, на самом деле, как бы, то, что люди ходят в масках, это понятно, что-то случилось. Вот, что люди ходят в кастрюлях. А ну, все люди, которые ой. Нас смотрели, они вообще. Да? Вот, без масок. Вот мы сейчас, у нас, вот мы тут проходим, у нас еще 3 человека. Сейчас Ксюша нам расскажет, какова была реакция. Шалом. Вот, а еще мы можем с вами выучить немножко иврит. Вот, шалом, это здравствуйте. Вот я люди совершенно спокойно. Я все прям здоровы. И дяди хотели маме что-то даже сказать. Да, но ну, ничего не сказали. Странно. Да. Я как бы не кусаюсь, просто кастрюлю на голове, никто мне все равно ничего не говорит. Не обижать. Они не хотят тебя обижать. Может, они хотят сказать что-то. Не что очень. Типа шапка не по размеру. Да. Понимаю. Просто... Маме идет витер. А, вот, мне не идет. Не, ну мне, кстати, красный цвет очень к лицу. Я люблю красный цвет. И я тебе сказала одеть. Да, у меня только красную, а ты этого не сделала. Вот, Ксюша сказала, что к нашей красной кастрюле нужна красная куртка. И но у учитывая, есть. Что, да, у меня есть красная куртка, я обязательно ее покажу. Но учитывая, что как бы на улице недостаточно жарко, ай, кастрюля падает. Вот, что на улице недостаточно жарко, то я решила кастрюлю не одевать. Вот. Ой, недостаточно холодно. Вот, ну, в общем, классно, прикольно, люди улыбаются. И некоторые приостанавливаются на машинах посмотреть. И дальше люди на велосипеде, кто на дороге ехали. Вы понимаете, мы живем в Израиле. У нас вечно военное положение. Мало ли что, кто тут в каске ходит. Ой. Вот, поэтому все не так страшно, только вот да. Следующий, кто будет повторять наш подвиг и ходить с кастрюлей на бушке на голове, выбирайте кастрюлю по размеру. Вот, тут живет Ксюшина подружка. Сейчас посмотрим, или там кто-то я есть. Я подумала, мои друзья. Тут много друзей. Вот мы сейчас проходим дом Ноа. И с их мамой я тоже, кстати, очень-очень крепко дружу. Она мне... Прикиньте, все мои друзья почти отдают мне разные одежды. Ой! Весь одежды. Не только на день рождения, просто так. Ну, как бы на то они и друзья. А это мамина подруга и ее дочь. Она почти ничего не носит, все вещи отдают потом мне. Так что, если вы не носите свои вещи, то отдавайте своим друзьям. Они будут, видите, такие радостные. Плачу вас. А если вы не носите кастрюлю, то тоже можете отдать ее друзьям, пусть они ее поносят. Вот, мы подходим уже к дому.
Сейчас снимем их реакцию. И сейчас мы снимем реакцию наших друзей. Я вам покажу то, что я у них забыла. Да, мы покажем, что Ксюша забыла. Явно не кастрюлю, потому что до сегодняшнего дня с кастрюлей на голове мы не ходили. Почему не ходили? Ну, как бы у нас не было такого, бабушка такой аттракции. Бабушка в молодости, оказывается, ходила с кастрюлей на голове. Огни! Ой, кастрюля падает. Дом не открывается, секунду. Сейчас мы поправим кастрюлю. Мы поправили кастрюлю. Вот реакция человека. Она сказала, что я ненормальная. Маза. За кастрюля. Покара. Ля рош. Лама. Покара. Они супер хрэзи шани за кинотек. Вау, из магнит. Том. Они отчета хэв. Я скажу вам до свидания. Вот. Кен. Я не сильно всех удивила, почему-то сказать, что я немножко сумасшедшая, но как бы все хорошо. Ой! Вот, так что одевайте кастрюлю на голову, ходите к друзьям, максимум решат, что вы не совсем нормальные. Ну что ж, до скорых встреч, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ходите с кастрюлей по голове, творите, вы думаете, пробуйте, все круто, все классно. И я жду ваших фотографий с кастрюлей на голове. До встречи в следующем видео.